клубом. Яла. Перша. Яла. Не Биала, а Биала. Перша, Яла, мы с тобой начинаем. Биала? Конечно, и Иака читается как я. А потом будет всего лишь Радамина. Биала, да? Да, все прямо пока вот. Потом будет Радамина. Два личные. Тоже прямо. Потом развернуть направо. Так, Биала, Перша, закончилась. Радамина теперь, да? Да, вот. Что там после родами? Я лично. Прям тоже. Какая? Валишна. Валихна. Валихна. В нем развилка, да. Направо, да? Да, направо. Вот там, в этом Валикнове, на тонкость, там что-то там, какая-то реконструкция была, мы же здесь ехали. Вот там именно направо надо, а не как вот он. Ну, ладно, да, сейчас посмотрим, да. Там направо, да, я посмотрю, что там здесь. Направо, а вот, прочтешь мне все, что там написано. С8, Е67, Вроцлав. На Вроцлав. Дай дальше я посмотрю. Там дальше Валихна закончится. Потом прямо. Направо. В общем, держи лучше его и вот эту бумагу. Нет, еще рано. Скоро эта развилка будет. Я не знаю, может быть, он тоже покажет. Приготовьтесь, через 2 километра 500 метров возьмите правее. А, значит, перестроился. А в прошлый раз мы ехали, он показал туда, а там что-то, реконструкция, короче, там нету теперь проезда. И у нас там была проблема, потому что мы ринулись туда, а потом как-то обратно. Ладно, может быть, он сейчас... Вот он показывает направо, правильно. Направо проехали. Нет, направо мы еще не проехали. Это уже повернули. Как, я уже повернул? Вот поэтому. Я не знаю, что может повернуть. Нет. Ну, может быть, я не знаю. Просто после направо давно еще продолжение вот этого лифта. Еще продолжение. Сейчас, сейчас, подожди. Да, вот С8, Е67, Вроцлав. Вот она, направо. Здесь надо нам направо. Да. Возьмите правее. Вот.
первый мы пропускаем. Приготовьтесь, через 1 километр вот 700 метров разворот налево. Не надо на него смотреть. А как у меня написано? Прямо? Дальше направо что там написано? Я прошу читать, читать. Направо С8, Е67. Вроцлав. Да. А вот это пропускать что написано? Варшава. Да. Итак, вот она, Варшава, мы пропускаем направо. Вот. А следующее направо мы поворачиваем. Да ладно, Лен, ну подожди, как я могу читать? А что там было? Вы ушли с маршрута. Съезд направо. Приготовьтесь, через 1 километр 400 метров. Что ты мне подсовываешь все время? Мы ехали в ту сторону. Наверное. Ну, может, это и неплохо, просто повторить надо тогда, да? Возьмите правее. Продолжайте движение 13 километров. Ну, все, мы ушли с того маршрута, который... Подожди, может, нам вот сейчас развернуться и поехать назад? Ладно, подожди. Опять ты меня сбила. Вот Вроцлав, вот. Ну как, вообще там 105 километров. Здесь прямо? Вот там Вроцлав был написан. Прямо написано? Да, да. А, ну так может быть неправильно. Ну давай остановимся. Сейчас посмотрим. Потому что меня смутило, тебе покажу. Ладно, Лен, смутила. Да хватит мне, твоих, да смутила ты меня. Читать. Я тебе прочитала. Ты же сказал читать. Ну мне. Хорошо, ладно. Сказал читать? Я, где я остановлюсь? Ну где? Ну где? Вот остановку сейчас будет остановиться. Вон, туда можно заехать. Куда это мы приехали вообще? Ну вон туда вот стали куда-нибудь. Вон там нет ям. Вот здесь наверху. Ну, вот туалет есть. В туалете он стоит. Сейчас в туалет тоже заходимся. Пусть платный еще будет. 10 злотых. 2 злотых. Да. 2 злотых. Ладно, не пойду. Я хочу посмотреть, куда он едет. А, ну вот на Е67. Ну ладно, вроде это точно. Нет, посмотри, конец-то куда. Да ладно. Да конец он в любом случае. Конец нормально. Так, мы в какую сторону-то ехали? Уж что-то совсем. Мы долго. Ехали вот тут, вот так. Точно? Точно. Вилон туда. Вилон нам нужен или не нужен? Зачем он нам нужен? Нам теперь Вроцлав нужен, да? Да не Вроцлав. Вот как мы едем сейчас, как он проложил маршрут, так нам и надо ехать. Такси. Ну. Нет, мы оттуда ехали однозначно. Ну все, мы тогда туда едем. Где дорога-то? Чуть-чуть дальше. Где машина едет? Теперь едем по небу. Вроде нормально сейчас. Что-то развернулся. Сейчас он нормально. Уже машина. Сколько осталось? 24.
закончился опять Валихнов. И начался Сокольники. Ну такого у меня не было, вообще просто Сокольники. Копанины.